никто не видел тел украинских военнослужащих. Сейчас мы показывали же заблюденные кадры. Вот именно тела в таком количестве не были. Вообще не хочу видеть его ни дня. А потому что этот человек разваливает страну. Этот человек, по моему мнению, вообще должен сидеть на скамье подсудимых. Ну, потому что реально мужики в нашей армии, это вообще говно. Трепова накрутила локоны, надела веселенький свитер. Кремлівська пропагандистка Маргариточка Сіманян каже, що Третя світова війна може відбутися вже в найближчому майбутньому. Але ж Росія в ній участі, каже, не братиме. Значить, буде ли Третя світова? Я вважаю, що Третя світова буде обов'язково. Здесь есть плохая новость и хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что она будет обязательно и будет при нашей жизни, если завтра, не дай бог, кирпич на голову не упадет, ну, то есть в какой-то краткосрочной перспективе. Хорошая новость заключается в том, что мы в ней участвовать не будем, и будем наблюдать ее со стороны. Тут надо, конечно, определиться в терминах для начала, что такое Третья мировая. Мы вот Первой мировой называем Первую мировую, которая была в начале 20 века. Но я лично считаю, что Первой мировой совершенно очевидно была так называемая Семилетняя война, которая в 18 веке развивалась, во время которой мы брали Берлин, правда же? Зря отдали, сейчас было его попроще. Взяли, надо было оставаться. Ну, там были объективные и субъективные причины. Тем не менее, война-то эта шла и в Канаде, в нынешней в Северной Америке, и на Филиппинах, в Юго-Восточной Азии. И воевали там все известные на тот момент великие и даже не очень великие державы, и даже индейские племена. Чем не мировая война? Вот в этом смысле мировая война обязательно грянет, и грянет она, конечно, на Ближнем Востоке. Ну, а на Геббельс ТБ ще й закликають пред'явити тіла загиблих під час аварії літака Іл-76, щоб угомоніть тих, хто сумнівається. Адже поки що Росія діє так, як завжди, коли бреше. Яка тактика українців? Це замилювати от це от все. Є ще теж в піар-війнах таке поняття, як... забрасывать второстепенными всякими деталями, сеять сомнения. Вот то, что делают сейчас украинцы, они цепляются за какую-то второстепенную деталь и говорят, ну, видите, вот здесь они соврали, здесь не точно. Потом выясняется, что на самом деле не было этого совпадения в списках, что якобы там 17 человек освобождены уже были. Оказалось, что нет. Но сомнения посеяны в головах. Вот сегодня надо перехватывать нам инициативу окончательно, а именно развеять последнее, самое серьезное сомнение, какое осталось. Никто не видел тел украинских военнослужащих. Сейчас мы показывали же заблюденные кадры. Вот именно кадры. Тела в таком количестве не были. Это тяжелое зрелище. Да, но это тот случай, когда их надо показать. Надо их опознать и, опознав, передать на Украине родственникам для погребения. Вот тогда не останется никаких зацепок и никаких возможностей оправдаться, замылить тему Зеленского и его команды. Пока они это пытаются делать. Слідкуйте за руками. Список загиблих публікує не Міноборони РФ, у якого начебто він під рукою, або бридкий Сіманян. Починається метушня та заяви, які не мають відношення до ситуації та сповнені протиріч. Ну і загалом, репутація путінського режиму вже така, що навіть якщо там якось скажуть, може, якусь правду, то в неї ж ніхто вже ніколи й не повірить. До речі, про кремлівського царька. На Росії провели опитування про те, а чи будуть люди голосувати за Путіна на виборах президента? Взагалі не хочу бачити його ні дня. А тому що цей чоловік розвалює країну, цей чоловік, по моєму мненню, взагалі має сидіти на скамье подсудимых за преступления свои. Я считаю, что это он нарушил дух Конституции еще в 2012 году, когда пошел в третий раз. Я считаю, что он должен уйти. Вы знаете, я против Путина ничего не имею. Но я имею против его друзей, коррупционеров, миллиардеров. Получается, что я против. Потому что он без друзей быть не может. Это же действительно как? Нет, конечно. Надоело же. Ни в коем случае. Да потому что он за свое пребывание больше плохого сделал, чем хорошего народу. И если говорить о том, что 20 миллионов работающих получают меньше прожиточного минимума. Я бы
какой вопрос задал? Спасибо, что он рядом вместе с нами, потому что победа только от него. Тут даже думать не надо, не решать. Мы вместе с Путиным. Ура! Победа за нами! Спасибо! Ну а кремлевский пациент тем часом заявляет: мы добьемся реализации поставленных задач и целей СВО. Ну и параллельно с цим той щось дуже нервово и хаотично чиркает якісь там лінії на папірці. Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами целей. Поставленных задач и целей. Йшов майже третій рік війни, а пацієнта так і не доставили до палати поряд з Наполеоном та Петром Першим. Ну а ще той заявив, що у зоні бойових дій перебуває нині понад 600 тисяч росіян. Є питання, які потребують дополнительного внимания, рішення. Что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая, почти 2000 километров, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек. Механизм огромный. До речі, ось ті самі окупанти, які спочатку разом з сусідньою ротою потоваришували, ну а потім домовилися здатися в полон до Збройних сил України. Полонений розповідає, чому той відмовився воювати за інтереси Путіна. Я рядовий Сидор Владимир Каревич, Удовницький стрілок, з 394-го мотострілкового полка, з 12-ї роти, 4-го батальйона. От, наша команда вплоть до руководства не щадят нікого, і солдат посилають тупо на смерть. О, никакой пощады у них нету, у нас из вооружения вообще-то ничего, от слова совсем ничего не осталось. Выдают только автоматы, и ты с автомата прешь на перерез к танку. Вот так примерно. Мы воюем. Вот, соседние роты выходят, соседние 10-й роты, сержанты репели. Вот, поговорили и договорились при первой же возможности послать нашу армию и сдаться в плен вооруженных сил Украины. Ну, потому что реально, мужики, наша армия — это вообще говно. Командиры, не командиры, тебя не жалеют, не посылают тупо на смерть. Вот. Ты идешь, там ни окопов, ничего. Просто говорят, вот, занимайте позиции. И ты под открытым небом сидишь, ждешь. Либо наши минометы сработают. Они бывало работают, она, маленько там ошивается, снаряды у них бракованные. Либо тебя убьют вооруженных сил Украины. До речі, ті самі інтереси Путіна. Той каже, що ті, хто виїхав з Росії, вже біжать назад, адже на Заході скрізь общі туалети для хлопчиків та дівчаток. Все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Ну, извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Но это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. И те, кто когда-то уехал по разным соображениям, они уже, многие возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями. Вот. Ну, а мы сделаем все для того, чтобы их сохранять. Сохранять этот культурный код народов нашей страны. Я вибачаюсь. А це що таке? Алло? Та у вас по всій Росії таких туалетів просто мільйони. До речі, про реалії життя в наддержаві. Діти на Кубані ось так ходять до школи по воді. Це селище Південне під Краснодаром. Ось ця затоплена ділянка дороги покрилася кіркою. І що? Обійти немає можливості, тому школярам доводиться йти ось так стежкою з місива води та льоду.
И как вы считаете, это нормально, что дети вот так ходят в школу и со школы домой? Вот я желаю, чтобы дети чиновников и их внуки также ходили. Может быть, тогда у них что-то в башке прояснится, блин, и начнут принимать решения для народа, а не только для себе. Ну, а основний бачок Скабєєва не може ось змиритися, що засуджена до 27 років колонії Дар'я Трєпова з'явилася на суд не в сльозах, а з локонами і в веселеньком світрі. Посмотрите, Трєпова накрутила локони, надела веселенький світер. Жизнерадостная террористка с апельсинами на одежде в итоге получила 27 лет. Самой Треповой сейчас 26. То есть в тюрьме она будет сидеть больше, чем прожила к этой минуте. А когда выйдет, ей исполнится 53. Трепова при этом еще улыбается, не зная, что в российской тюрьме с недавних пор по известной, наверное, причине очень уважительно относятся к военной тематике. Многие из колонии пошли на фронт добровольцами, так что там с почтением относятся к военкорам и вообще непонятно, как отнесутся к убийце татарского. И дуже природно, что пропагандистка не прогавила ось ті можливості пригрозити Треповій. Друзі, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте наступний випуск.